Привет всем. Сегодня у нас суббота. Мы отучились уже. Время где-то около часов трех, наверное. Сейчас у нас будет сегодня такой насыщенный день, так как выходной. Еще кто смотрел мои видео, может, такие есть. Во вторник, 8 марта, мы с моей девушкой ездили в Палату, наш торговый центр, за джинсами. Хотели купить ей джинсы. Но джинсов мы не нашли. И сегодня, как у нас выходной и свободный день, мы собираемся проехаться по магазинам и найти все-таки джинсы. Потому что весна уже идет к нам. Он все теплеет. Но касса теплеет. Днем солнце светит, бывает до плюс 8 доходит, ну это хорошо. Ну а ночью у нас заморозки, холодно, в общем. Ну надо покупать джинсы. Ну, я себе купил, она нет. Так что вот сегодня расскажу вам, в какие магазины поедем, может кто-то узнает их. Поедем в торговый центр Бельсу, там есть магазин джинсов хороший. Потом возле нашего основного ДК, Дом культуры Ленина. Вот у него тоже есть магазин, специализирующийся на этом. Ну не только на этом, на одежде, в общем, но тоже. После этого, если мы не покупаем, мы едем в район. Торговый центр тоже недавно открыли, год-полтора, наверное, назад. Ну а если в Тираняк уже, что и там нет, то мы едем в Западный универсам. Это на другом конце города. Но так у нас город маленький, это займет минут, ну, если на автобусе минут 10-15. Ну и все. Сегодня постараюсь вам записать магазины все. Торговый центр Бельсу. Район. Ну, магазин, в который мы поедем. Ну и все. Постараюсь записать, как будет проходить примерка джинсов. Но если я беспалевно смогу сделать, то это прекрасно. А если я спалюсь, то это будет очень плохо. Я потом таких говнюлей крыбу себе от меня. Ну ладно. Скоро вы увидите все. Скоро тоже уже едем мы. Так что все. Смотрите дальше. Вот я собрался. Пошел за своей девушкой. И пока иду, хотел бы вам рассказать еще маленько. Где я живу. Так как в моем видео часто я иду по каким-то своим домам. Вот, вот дома свои, там свои дома, там свои дома. Вы можете подумать, что я живу в своих домах. Но нет, я живу в квартире. А получается, это окраина города. Получается, вон там квартира находится, ну, дома находятся. А с противоположной стороны находится река Уса. И она отделена от вот этих прибрежных, ну, набережных домов дамбой, которая тянется по всей протяженности нашего города. Потому что весной, когда сейчас лед будет. Ой, да, когда лед тронется, снег растается, у нас будет наводнение. Но затопит у нас, в принципе, только, ну, приближающие вот эти дома, которые стоят около реки, и то там в старом Междуречье, потому что там строят прям почти, ну, возле дамбы самой, ну, и дамба там уже старая, просевшая. А, что еще сказать? Иду я каждый день, хожу через свои дома, потому что у меня, ну, моя живет в своем доме. Из-за этого я вот так вот хожу из города, получается. Ах, как вам объяснить-то? Из города я, получается, хожу из города и вот в свои дома. Так каждый день мне получается. Чувствую. Собаки бегают. И там таксы маленькие. Дворняги бегают. Все, сейчас я иду с своей и едем по магазинам.
Там я уже вам покажу, какие у нас есть торговые магазины и что в них продается. Интересная утка. Интересный ботинок. Ты еще не хотела? Я хотела с... Тамара на ботинке. Да. Ты не видишь? Белые, синие полоски на пути. Тебе? Тебе. Женские? Ну, они для всех подходят. Да. Где? Просто. Ну, да. Белые, синие полоски. Вот это? Да. Ну, ты что нравится? Ох, мечта, мечта. Как мы накосили купить? У нас мокрые майки, майки есть. Вот такие майки. Майки, майки, носим зайки. Агур, хочешь еще? Странное. Да нет, не особо, странное. Все, идем домой. Купили джинсы. Повезло очень. Зашли в первый магазин в Бирсу. И в этом же магазине нашли джинсы. После этого мы, ну, когда попали джинсы, слышали, что наверху играет какая-то музыка. Мы его там подняли сюда. Посмотрели, что там за музыка. А оказывается, танцы были. Ну, какая-то группа, короче, с кузни приехала. Ну и вот, типа, они там писали. Ну, дальше увидите.
Ну и все, зашли купить джинсы. Что-то они 1250. Ну, хорошие джинсы. Главное, что быстро так зашли, купили, все, вышли. Все. Там дальше видите само представление. Там дети в основном были. Ну, поднялись. Там, короче, было сделано так, что просто где детская развлекательная зона, она была отгорожена. И на вот этом участке плясали, пели дети какие-то. Там пацан был маленький, Семен, что ли, его зовут. Его поставили типа за водилой. Ну, он там песни пел. Ну, его вытащили вперед, короче, и сказали, типа, сейчас он споет. Ну, там подпевал всяким песням. Ну, сейчас увидите это. Вот так, вот так, что там плясали дети. Хотел еще сегодня снять, какие она купила джинсы, как переодевается. Но попытался это сделать и получил такие говнилей, что больше не стал пробовать. Ну и все. На этом сегодня все. Так у нас получился поход по магазинам. Ну, вы видели только один магазин. Мы ходили еще там, зашли еще вот один магазин, на лето посмотрели ветровки себе. Ну ничего пока нету, еще рано слишком. Ну все, всем пока. Пойдем, конечно. Только не поворачивайся. Нет! Нет. А, девка. Девка с ушами тоска. Присоединяйтесь к нашему танцевальному шлому под названием «Танцевальный путин крон». Попросите вместе с нами песок на вкус. Ребята, поехали! Забанят за музыку и все. До санса. Последний номер начала танца истинки. Весело, дружно. Oh, my God.